Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы начинаем играть Homies Front, как правильно выговорить. Итак, новая компания, конечно, новая, потому что мы еще не начали. Смотрим. Госсекретарь Клинтон торпеда, потопившая Чхан, забравшая жизни 46 южнокорейских моряков, была выпущена Количество ракет превысило. Чего превысило? Вообще нельзя ракетам пуляться. Правительство Ким Чен Ира настаивает о том, что проведение ядерных испытаний является близким. Жмите на тормоза и читайте сами. Великий руководитель, тело, понятно, северный корейцы приветствует своего нового великого вождя. Наш план воссоединения нации, объединить промышленность и экономику. 2013 год. Ким Чен Ун объединил Северную Корею и Южную Корею. Хороший коммунист, мертвый коммунист. Что-то не согласны среди своих азиатских союзников. Это не отступление, и мы не бросаем своих азиатских союзников. Это конечно. Япония капитулировала. Ага. 2022 год. О, как раз наше время. 6 миллионов американцев. Ага. Мексиканское правительство объявило введение строгих миграционных квот. Закрыть практически границы. Будущее корейской амнистии продолжается. Сегодня Великая Корейская Республика запустила свой новый новейший спутник, утверждая, что он доставит своей земле массу полезностей, короче, если красный брать. Ой, землю покушила, да? Так, нас захватывает. Контролирует Сан-Франциско. Корейские десантники высадились на Среднем Западе. Зараженные ядерные... Ага. Мутанты. Войска армии США. Как выставляют их в плохом свете? Ну ладно. Должен же кто-то быть. Оккупация началась. Всем привет. Вы слушаете радио КНА 88.3 FM. Давайте посмотрим, кто я такой. Так. В Колорадо стоит прекрасная погода. Местами воздух прогреется до 12 градусов. На востоке возможны сильные ветры. Дни становятся короче, и мы напоминаем всем гражданам коммуны Монтроза, что комендантский час отныне начинается с 6 часов вечера. Кто рано ложится, новая задача, откройте дверь. Это музыка, которая поможет вам работать продуктивнее. Это дом Роберта Джейкобса? Кажется, я слышал внутри какие-то звуки. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не бейте меня, ребятки. Отчего же вы не хотите в трудный час послужить своей родине? Вообще не хочу служить вам. Мы понимаем, и не только вам. Все, но вы должны найти утешение в патриотизме. Ой. Наш великий вождь Ким Чен Ун научит вас использовать ресурсы вашей родины. И наступит Спасибо. Всеобщее процветание. Это наш подарок вам. Но вы! Теперь мы вынуждены расследовать, вправду ли вы радеете за Америку. Уведите его! Уведите меня? Бить-то зачем? Сказали увести, а не хлестать по мордам автоматом-то. Вы чё, ребята? Вот так вот вы и обращаетесь. Да, еще думаете, что я за вас приду воевать? Смотреть прямо, не отставать! Подъем, вставай, живей! Спину, заряд до бодрости запущу, как только автомат в руки получу. Ух ты, стихами заговорил. Так. Все двоится. Ну здравствуй.
приглядывай за этим. Эго, перезагасся! Ой-ой-ой-ой-ой. Анджел, шикро! Так, меня что, приковали, да? Ну давай, вот так, вот так. А что, давай меня там бьют? Бей всех. Где ребенок? Детей что, тоже мучишь, что ли? Детей нельзя. Хреначьте. Похоже, мы в полной жопе. Вот. Вроде мужик, а бьют как баба. Давай. О, кого-то хреначат, смотрите, в закутке. Да. Да. Надеюсь, он живой. О, мясо поехало. Почему стоит он? А если авария, перевернетесь? Ты тоже пилот. Они же зачем-то собрались здесь всех нас. Они забрали мою семью. Если не буду сотрудничать, больше их не увижу. Да. Здорово. Только не смотри. Закрой глаза, дорогая. Прекрасно. Мама и папа очень... Семьями расстреливают. Зачем? Ну, ребенка тогда уж хлопни. Че он будет голодать? На голодную смерть. Обрекли пацана-то. Слышали вчера передачу по голосу свободы? Говорят, такое творится по всей стране. Ой, мне что-то кажется, что по всему миру. Поднимает голову. КНА терроризирует мирных жителей. Давайте. Пушечное мясо для трудовых лагерей. Многих из них я уже никогда не увижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Держите руки пустыми и все время на виду. Вот осмека. Что, кого-то еще грузить? Так, пилотов переучивать везу. Ага. Да, за подписью командующего полковника Чхао. Кто он там? Все в порядке, проезжайте. Прекрасно. Смотрите, робот какой-то пролетающий. А, нет, это не робот, это какая-то машина. Ага. Что я так с этим кровавым пятном-то делаю-то? Помойте окна! Не обращали внимания, как быстро они избавляются от трупов. Братские могилы. Ну и что-то такого. Ну избавились они. Боишься, что тебе места не хватит? Куда бы они нас не повезли, мы должны держаться вместе. Один за всех, все за одного. Иначе мы не забываем. Я даже не знаю, кто ты. Так. За мной пришли. Сейчас, должно быть, будут убивать. Хотя нет. Я ж хороший парень. Зачем меня убивать-то? И возможно даже этот чел знает, кто я такой. Так его. Чего у него за броник? Ножом проткнул. Спасибо, скажешь потом. Хорошо. Как скажешь, так и скажу. А чё, отковать-ка меня? Хватай пушку. Иди за мной. Так, а как тут выйти-то? Выйти из автобуса. Они приближаются, выходим! Надо же, план Коана расработал, вот и ты остался жив. Конечно. Вериана, идем. Я ж не знал, что он будет сам выходить. Нужно уходить. После такого фокуса вся КНА сядет нам на хвост. А бублик? А вот и подкрепление. Стоять! Уходите с парковки. Они заметили нас. Скорее в магазин! Они хотят нас перехватить! Надеюсь, ты стоишь тех сил, что мы положили на это. Да ка я откуда знаю? Стреляй, не спи! Что я стою? Двое лезут через забор! Целься в голову, береги патроны! Руки за спину! Целься лучше! Назад теперь пути нет. На твоих руках кровь корейцев. Ты теперь в сопротивлении. Ничего страшного. Они лезут через крышу! Еще двое! Сиди в укрытии и не высовывайся! Осторожно, Джейкоб! Собирай все полные рожки! Не оставляй врагу патронов! Так... Впереди бензоколонка. Корейцы используют ее как склад топлива. Я знаю короткий путь через окраину. Нужно успеть до того, как рванет. А как я должен сам собирать? Давай. По кому? Чтобы тебя пристрелили? Патроны кончились! Перезаряжаю! Живо в переулок!
Мне казалось, что все должно пройти быстрее и спокойнее. Да? Ну, хорошо, что тебе хоть что-то кажется. Ой. Ой, мало боеприпасов. Ну, а что же сделать? Ты давай шевелись. Я без вас двигаться не могу, как я понимаю. Чуть внутрь, не... внутрь! Не пострелял тебя. Транспортный вертолет! Снова эти ублюдки! В укрытие! Здесь гранаты! Где? Правильно! Не высовывайся! Это все, что ты можешь, Ким? Мне нужно. Еще патроны. Транспорт! Ой-ой-ой! Экономьте, что есть! Да. Бросай гранату! Они заходят в бросил! Справа. Осторожнее! Да. Бросай в них гранату! Ты бросил уже! Патроны кончились! Перезаряжаю! Ты думаешь, что у меня что, бесконечное тут? Еще транспорт! Слева! Да сколько можно? Джейкоб, давай нас отнюдь! Нужно удержать позицию! Спокойно, давайте, вытягивайте меня! Вы будете меня вытягивать или как? Молодая пара пытается найти укрытие. Как прекрасно, что они пытаются. Транспортный вертолет! Снова эти ублюдки! Давай. Здесь гранаты! Мне нужны патроны! Тихо! Они заходят справа! Еще транспорт! Бросай в них гранату! Есть! Понятно! Спокойно! Смотри, куда стреляешь! Осторожно с насосами! Если рванет, мы их всех прихватим с собой! Еще транспорт! Слева! Сейчас рванет! Продолжай стрелять! Ай-яй-яй. Убили негра. Убили негра. А усталый пошел. Ни хрена себе! Вау-вау-вау, это я что ли сделал? Ну что, все целы? Потом будем зализывать раны. Надо идти, пока не пришло подкрепление. Надо. Берем, вооружаемся до конца. Тихо-тихо. Беги вслед за солнцем. Пилот с нами. Беги, давай, не давай. Это просто бензоколонка. Должно их заметить. Да я-то не беспокоюсь. Идем на Ривер-Рот. Встретимся там. У меня нет времени спорить. Что это было вообще? Бунт считает, что мы не должны подвергать опасности местных жителей. Он скорее поставит под удар всю операцию. Успокойся. Он просто забудет... Ой. Не стреляй. Так, не высовывайся, пока он не пройдет. Откуда я знаю, когда он пройдет? Там их целый отряд. Кажется, они нас не заметили. Оставаться здесь, не двигаться. Ну, против танка-то мы точно не попрем. Ждем, ждем, спокойно. По моему сигналу. Давай. Отмашку. Пошли, пошли! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я хоть правильно бегу? Что ты делаешь, кретин? Ты же сам сказал, пошли, пошли. Блин, как с вами трудно-то. Я поставлю сюда. Не стреляй. А тебе места нет. Давайте ждем. Кажется, они нас не заметили. Оставаться здесь, не двигаться. Не двигаюсь, остаюсь. Ждем, ждем, спокойно. Жду, жду, спокойно. По моему сигналу.
Пошли, пошли! Давай. Так, туда не бежим. Все поняли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Перебить через новую задачу. Уходите через пригород. Через пригороды. Почему вам можно чисто так высказать? Я не ожидал, что за нами пошлют целую армию. А ты чего хотел? Разворошили осиное гнездо. Читал твое дело, Джейкобс. Надеюсь, это не лажа. Спокойно, Коннор. Бунт знает, что делает. Мировая экономика наносит ответный удар. Ну, читайте, ладно, чё. Ой. Ух ты. Тут неплохо читать, так если 61 еще страница там где-то разбросана. И вы думаете, я буду искать? Прикрой нас, пока мы осматриваем двор. Ну давай, пошли. Оп-оп-оп. Ой. Давай, инвалид. Ножка болит. Держись, мы через забор! Спокойно. Где ты? Еще один вертолет. Низко. Противник! Вау! Подбросило меня знатно, да. Хорошо. Противник укрыла! Укрыла! Тихо. Во-во-во-во-во. Пробирайтесь через обломки! Спокойно. Я постараюсь загасить как можно больше, чтобы идти можно было как можно мягче. Блин. Так. Это мои все. Давай. Идем, идем. Они у двигателя! У двигателя, пусть будут у двигателя. Как скажешь. Давайте. Надеюсь, вы-то не такие идиоты, вы меня-то берегать будете. Гуки в фюзеляже! Гуки! Ничего их как назвало. Пулемет! Окно на втором этаже! Где ты? Я подбил его так-то. Бойня на Стар-стрит. Сер-стрит. Гуки в фюзеляже! Давай. Пулемет! Окно на втором этаже! Прекрасно. Где ты? Выслуйся, Гуф. Спокойно. Я должен был его убрать. Блин, вот там стоял, что ли, все это время. Повернись. Вот я перешел уже сюда. Ох, твою ж на мать-то! БТР, уходим со двора! Оббегаем слева! Ложись! Пушка разнесет тебя в клочья! Лезь в окно! О, что это такое? Подбейте бронемашину. F. Нужна взрывчатка, чтобы завалить БТР. Найди что-нибудь. Так. Так это гранаты. Лезь в окно. Прикрепи пару зарядов. Блин, а как тут, что у меня? На. Нужна взрывчатка, чтобы завалить БТР. Вот так сойдет. Блин, столько
гранат потратил. Мать твою. Ой, ой. А следовать? Я уж подумал. Ну, можно и так. Ой. Давай. Да перебьем, да потом поменяем. Неси. Так, так, так. Ривер-роу там, за дворами. Хорошо. Странно, что люди живут так близко к обломкам. Еще страннее, что они до сих пор нам не помогли. Еще страннее, что они вообще живы. Не иначе Эми поджарила им яйца. А то при виде падающего с неба самолета все должны хвататься за пушки. Ну, может, они пока не готовы к бою? Корейцы их не волнуют. Они просто пытаются хоть как-то выжить. Кроме того, Бун дал тебе приказ. Буна здесь нет, а мы должны выжить любой ценой. Ну давай, давай, шевелись. Бум, не бум. Ну что ж, пока мы выживаем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока.